Tak tohle je sovětská skupina Avtograf. Ahoj kluci, vítám vás v Praze. Sášo, ahoj. Ahoj, Ladu. Знаешь, ты в нашей передаче принято, что я всегда задаю вопросы своим гостям. А в разговоре с тобой я хочу сделать исключение. Спрашивай ты меня любые вопросы, что тебя интересует, например, о Праге. Согласен? Согласен, но мне кажется, таким образом тебе немножко изменило вдохновение, и ты хочешь выйти из положения. Саша, ты не только очень талантливый, но тоже догадливый парень. Раскусил меня, но что же мы теперь будем делать? Но у меня есть предложение, я только не уверен, что оно понравится вашему режиссеру, потому что номер придется немножко сократить. Но это не страшно, знаешь, ты последний раз, они меня упрекали, что передача слишком длинная, давай. Тогда очень просто. Я тебе подарю папку, в которой будут все наши рекламные материалы. Пластинки, буклеты, фотографии, все что угодно. Ты мне подаришь в обмен книжку о Праге. Ты знаешь все что угодно. Гениально, и всегда было просто. Саша, большое спасибо за дружескую помощь. Я вам всем желаю приятного пребывания в Праге и счастливого возвращения домой. Ахой. Спасибо, Ладя.